пожаловать на новое видео. С вами сегодня, как стали, Кофе Киржевар, Фанти, Рогомолдов. И добро пожаловать на адский спуск в GTA 5 онлайн. Здорово, ребята! Отлично! Итак, ребят, сегодня у нас будет супер необычный спуск. Мы сейчас... А подожди, а в какую дырку ехать? А в какую? Тут не важно или... Или тут ролик у нас? Так, ну тут сумо! Ема! Сколько здесь ловушек! Сколько здесь ловушек, вы просто посмотрите, ребят, это жесть! И как здесь ехать? И вот как, скажите, пожалуйста, а? А я еду! Не надо, Сережа, не надо! Да тут и так тяжело проехать, Сережа! А я почти прошел! Я чисто как мячик какой-то просто спускаюсь и все, понимаете? Так, ну все, ну давай, ну поехали, вот, все. Опять этот передний привод, господи, все, погнали! Погнали! Так, сквозь гвозди проезжаем, направо заворачиваем. А я второй. А подожди. И куда? А не надо. Стой! Да ну почему в дырку? Почему? Ребят, это самый, ну реально странный спуск за последнее время. Тут ловушек, я не знаю, ну миллион, реально, а? Да, это круто. И тут самое забавное, что тут приказ-то никак не активируешь. Ничего они не сделают с этим. Сейчас я тебя найду. Давай, давай, ищи, ищи. Вы ничего тут не сделаете, вообще ничего не сделаете. Сразу предупрежу, чтобы вы потом не орали. А, ну давай, опасно. В смысле, а что там опасно? Там столько вентиляторов. Да? Реально? Поэтому так, а сколько чекпоинтов? 39, что? Стой! О, нормально, пипец, мы с тобой, Кирюха, засинхронились. Да ты пока меня найдешь, Сережа. Я тебя нашел, ты да не найдешь. Нет! Ой! Ой! Это был не я, да? Так, проехали. Хорошо. 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 Да реально попали по мне, вы что гоните, что ли? Даже здесь умудряетесь, да вы что? Ты не упал? Нет, нет, я прошел, я прошел. Почему? Подожди, стой. Олег, сейчас я могу прошел. Что это пролетело сейчас? Тихо. Самолет, это смотрится вообще ужас. Так это да. Все, ну просто, о, встали на колеса, поехали. А как мимо ветряков здесь? На колеса. Так, о, все, нормально, нормально. Все, первый чекпоинт позади, хорошо. Отлично, прекрасно, вообще. А свободь через дырочку, через дырочку. Через какую дырочку? Через какую дырочку? Через какую дырочку-то, Серега? Там тормозялка! А-а-а, я понял, про какую дырку вы говорите, я понял. Не, Олеж, попробуйте. Попробуй, думаешь, да? Ну давай, хорошо, хорошо, давай, я попробую. Давай, Серега. Так, смотри, это мы как-то... Вот! Ты же помнишь, как тормозялка? Прошел! Прошел! Проехал, пролетел! Ну мастер! Ну мастер своего дела! Тормозялка задела? Задела, естественно, задела. А вот так вот прошел, пролетел. А нормально то, что я под вообще спуском прохожу? Это типа вообще норм было сейчас или нет? Так, ну и все, ну вот на этой машине попроще будет. На этой машине попроще будет, потому что как-никак это спорткар же, да? Вот так вот резко просто вылетаем! Все, меня никто сейчас не заденет! Меня сейчас никто не найдет! Просто хорошую такую! Редлик! Или кто это был? О, тихо, тихо. О, застрелился. Застрелился. Нет, нет, да ну кто под задницу Старбакс? Ну ё-моё. А, Редлика сегодня нет, он да? Учится. Отдыхает он сегодня, да? Бедненький какой, отдыхает. Устал, наверное, скидывает нас, да? Суперкарик, как лечу. Нет, 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 там ещё можно стопировать. Ему, ему, так, ну почти, пока. Да ну почему меня именно сюда? Куча просто вот этих вот ловушек, это имба. Это реально. Ребята, имба. Так, все, вот так вот рандомненько вылетаем. Так, и куда мы приземлимся с вами примерно? Ну, примерно вот сюда. Ну, а банку мы 100% ударяемся. Так, все, вот здесь вот поехали. Вот, все. Занесло немножко. Прям с правой стороны ехать, да? А что там такое с правой стороны? А, тут еще и ускорял повсюду. Спасибо большое, рефер, спасибо большое. Ну, кстати, помог отчасти сейчас. Спасибо, реально. Ой, ну эта машина сраная. Олег, мы с тобой встретимся вообще когда-нибудь на этом скилл-тесте? Да я не знаю, Кирюшенька, не знаю сейчас. Тут очень опасный момент. Приходи на свиданку. Обязательно, обязательно, Кирюша, приду, как только встану на колеса. Погоди. Сейчас вот тут просто... О, вот, все, поехал. Отлично. И куда? И куда? И что это? Что это тут такое? Вы что, офигели? Вы что, в конце офигели? Так, все, едем, едем. Сережа. Ай, не получилось, Ну тут реально на самолете опасно вообще ловить кого-либо. Так, ну я сейчас. Меня выкинул, я сейчас еще раз вот так вот аккуратненько я пролетаю сквозь трубы. Мазок пытался повторить, со мной не получилось, да? Так, а что-то. Ой, на шуке, серьезно!
Серьезно, ты вот на шоке? Где маленькие эти? Я, не важно. Не найдешь. Так, вот тут проезжаем. Хорошо. Сутулая. Вот так вот сквозь гвозди. Отлично. Так, нормально. Да ёпта. Не вижу. Отпусти куда. Вообще без остановки. Тихо. Не так. Без остановочки. Ты меня ветряк сорвал. Без остановочки. Так, ну ладно, радует то, что как бы уже девяточек поняли с 39. Радует то, что я второй. Олеж, я второй, а ты сзади. И что? А я первый, пацаны. И что? И какая разница? Большая разница. Это спуск, тут самое главное пройти его, Серёг, понимаешь? Да. Это еще не конец. Это еще не конец, понимаешь? Всякое может поменяться. Так, здесь сюда. Да нет, Трифиор, Трифиор, пошел в жопу. Вот так вот, мазок нет. Трифиор, говно собачье, ублюдок. Тихо. Пацаны, вы что, офигели? Так, Олег, поехали. Давай, Кирюша, ищи меня, не найдешь, давай. Ой, прямо по центру еду, опасно. Я не вижу тебя на карте. Стой, мне туда. Стой! Попади! Все, Настя! Попал! Рифиор нет! Рифиор не надо! О, это было очень близко! Все, чекпоинт подобрали! Отлично! Блин. Так, Кирюш, сейчас буду догонять тебя! Ты погоди! Я постараюсь вас сейчас догнать! Погоди, я еще, кстати, ни разу в трубе не взорвался, вот в этой где-то самолетике пролететь надо! Ни разу, пацаны! Ну ты прям молодец! Сентурно! Ничего себе! Ой, серьезно! Так, ну это прям аукционная тачка! Это не я летел! Нормально! Так, живой, самое главное, живые, самое главное. Так, здесь проскочим сейчас. Здесь проедем. Да ёпта. Здесь тоже промчимся, нормально. Так все и было запланировано. Подожди, вы где? Тихо. Это знаешь, на что похоже на пинбол вообще? Да, кстати, реально. Так это и есть пинбол. Так, все, спускаемся. Да. Все, на Зентурно. А кто это у нас едет первый, ребята? Кто это у нас первый едет? Недолго. Ну да, конечно. Давайте, ребята, давайте. Сразу спавнимся, потому что мы заспавнились немного. А что ты, Сережа, А ты я просто знаю, что ты первым не будешь. Сережа, ты уже не будешь первым. Сережа, 100%. Да. Уже давай. Хорошо. Я вам подруби, читы, вот это все. Ты можешь заносить, пипец. Так. Поехали. Кирилл, ты куда втопил, слышь? Куда поехал, стопы? Ты сейчас Олега обняем? Нет! Падай! Проскочил! Да! Пипец, у нас реально догонялки какие-то врубились, а! Да! Так, ну не, погоди, Кирюш, ты не догонишь, реально, все. Там ошибочка, одна ошибочка и все. Ошибок я не допускаю. Да там еще половина, алё. Да я понимаю, что половина. Серьезно, не допускаю. Естественно. Так, на чем? О, на баге. Нормальная тема. Так, все, едем. Справа едешь? Да, справа еду, Сережа. Именно справа. Именно справа еду, Сережа. Не получилось, да, подцепить меня? Не получилось. Олег, тут за мной самолет летит. Так, аккуратно. Оп, сюда. Тихо. О, нормально. Нормально. Все, едем дальше. Просто едем дальше. Самолет застрял, просто едем дальше. Ой! Так, сюда. Тормози. Все, поехали. О! Я еще спустился. Ребята, вы что тут делаете? Не. Что такое? А ты знаешь, что я тоже спустился? Молодец. Я дышу тебе в затылок. Давай. Да ты все равно не такой. А Сережа вообще вон только спускается вниз. Ну, ты почти спустился, понимаешь? А мы уже с Кирюшей на самолете летим. А ты еще, наверное, Кирюх сверху облетаешь, да? Да. Ой, ну понятно. Ну чтобы точно, да? Ну давай. Так. Ой, панта, сука, это вообще... Вот панта это самое неприятное. Она вообще не едет. Она вообще, да, это ужас просто какой-то. Баги врезалась, куда? Тихо. Давай. Так что, был только что? Че, никак, Кирюшенька, да?
А, это фазан, так, понятно. Раскучил. Я понял. Тихо. У нас тут, значит, соревнования, у меня фазан нормально. Просто на полной скорости влетает. Все, поехали, просто спускаемся. Меня специально столкнули. Так они, а меня, думаешь, не хотят столкнуть здесь, да? Нет, конечно. У меня самолеты по КД летят здесь. Вот, давай, все, падаем. Ага, Рефьор еще в конце ждет. Удачи. Все, берем следующий чекпоинт, давай. Так, и что дальше? Нахера ты самолет в меня въезжаешь-то? Отлично. Да, я беру следующий чекпоинт, что у нас дальше? Пацаны, после банта картинг, вот это имба! Вот это вообще офигенно! Это не имба! Да пошел нахер! Почему не имба? По-моему, вообще огонь! На картинге нелегко будет пройти, мне кажется. Сука, у меня уже 4 самолета, вообще легкотня, вообще изи! Так, спускаемся. Это что сейчас было такое? Подожди, мне послышалось? Что такое? Мне послышалось или что? Что? Я болею, я такие звуки. Ага, конечно. Я ничего не делал. Так, проскочим. Ясно, ничего. Проскочим, ЕМО! Просто батя! Тихо, перевернись. Давай. Отстань. Кирюша, отстань! Я тебя спас! Стой! Да слышь, ты меня спас! От чего? От чего ты меня? Я видел этот самолет и убрал тебя. Так, все, следующее, что у нас там? Олег, я чую, там будет какая-нибудь большая машина, на которой ты гольф-кар, ребята. Вот, добро пожаловать. Это нормально? Гольфкар — это самое плохое, что могло вы... Это что сейчас было такое? Макс, брат, ты что делаешь, а? Не надо, да подрезать их хотела меня, я видел. Ладно, подрезать, когда у тебя самолеты летят, вот это вообще неконтролируемая штука. И самое главное — просто запомнить маршрут. Маршрут, по которому лучше всего ехать. Согласен. Получается, подожди, да? Подожди. Блин, Олежа, привет. Давай, до свидания. Так, все, опа. Аккуратненько. Опа. Все, поехали. Опа. Поехали. Олег. Чего такое, Серега? А я уже сзади. Так, блин, ну не, да ё-моё. Нет, стой. Стой, остановись. Ну, блин, ну гольфкар реально самое дурацкое, что тут есть. Она очень тяжелая. Она очень, да, я про это и говорю. Кирюша, нет! Ушлёпа! Пицца. Нет, второе место! Нет, Кирилл! Ну ты чё, слышишь? Кирилл, я держал первую позицию так долго, Кирилл! Да Серёга на читах проходит, чё ты? Да по-любому, 100%! Больной на читах, чё мы ещё придём? Жопу кверху стою, да? Тихо. Нет, ну нет! Машинка дурацкая вообще. Дурацкая машинка. Ну я треть, ну вот дурацкий гольфкар, дурацкий! Ваша позиция! Ну чё за бред! Я так долго ехал первым, так долго, фазан просто! Фазан, не сталкивай, фазан! Хорош, фазан, давай, фазан! Не, все. Так, здесь, ладно, проскочим. Вот так вот, поехали, давай. Да, здесь проедем. Да. Меня! Нет, стой! Охренеть, да меня самолет влетел! О, нормально! Охренеть, нормально! Мне повезло! Стой, живи! Блин, надо было вас как выйти. Я здесь? Охренеть. А как я здесь проеду-то? А как? Пожалуйста, ударь меня так, чтобы я поехал. Все, отлично. Блин, я чувствую себя шариком в этом, в пинг-понге. Нет, Рефьор, пожалуйста. Ой, бля. Нет. Олег, уйди! Ты меня в конце скидываю! Это нечестно! Это нечестно! Нет, Рефьор, да ты издеваешься! Ну он просто взорвал меня с самолета! А, ну все понятно, класс, зашибись вообще просто! Спасибо, Рефьор! 2 раза меня скинули благодаря этому! 2 раза, спасибо большое! Не-н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 е! Отвалите! Ну налетели реально на меня, ну сразу сколько самолетов! Сука, ты посмотри, они внизу меня втроем жмут! Тихо! Четвером! Кирилл, куда пошел? Ну пожалуйста!
пожалуйста, ну встаньте на колеса, ну перевернись, ну дурацкий гольфкар просто, ну он не может остановиться. Кирилл, просто падает, просто падает. Тихо. Я, Кирилл, кусочек пиццы тебе будет. Нет, стой! Теперь херы они меня достанут, Олег. Нифига, спасибо. Олег, могу финишировать? Да финишируй уже, тут уже не важно, тут уже Серега первый уже, какая разница-то, а? Не, я тебя жду, я тебя жду. Ну, можешь подождать, можешь, конечно, подождать. Так, ладно. Типа быкам, это что за допинг? О, о! Это что за допинг? Вот, тихо! Да что за фигня? Так он тебе помог, он тебе помог. Да, очень помог он мне, спасибо, да. Вот смотри, ты сейчас пройдешь. Да, конечно, я пройду. Левее. Давай, левее, да, знаю, понимаю. Еще, вот, все, поехало. Все, поехали. О, нормально. Ну и конечно, да, давайте, ну, давай, конечно, давай, спасибо. Все, давай, вот он, мой момент. Давай. Ой, как идеально, Олег, давай. Ура! Хорош. Ура! Наконец-то! Олег, мы тебя ждем. Олег, что? Важные слова. Сейчас будет самая легкая машина. Самая? Какая? Дюн, что ли, сейчас? Я знаю, что Дюн дальше. А что это, кстати, она самая легкая? Почему? Так, ну все, я подобрал чекпоинт. И еду на дюне теперь. Посмотри, сейчас едешь слева. Ну да, понятно. Понятное дело, да. Так, едем слева. Вот в дырочку. Вот, не, вот так вот, нормально. Нормально, Сережа, смотри. Сейчас идеально туда попадешь. Не, смотри, у меня все на мази вообще. У меня все прекрасно, Серег. У меня все, понимаешь, ну, нормально, короче. Как тебе везет. Просто я тебе говорю, у меня все... Ну вот до вот этого момента все было отлично просто. Вообще, все было прекрасно. Ну давай, конечно, давай. Давайте еще повзрывайтесь от меня, давайте, ну. Так, здесь поехали вот так вот. Все нормально, еще правильную траекторию получим. Так, поехали вот так, заворачиваем, нормально. Ему! Олег, ты что делаешь? Ему! Ты что делаешь? Ой, блин, вот это я просто не видел заранее. Не, какая удача, это скилл, это все скилл, понимаешь? Вон там, перед тобой дырочка, у тебя ждет. Не, нормально, видишь как, все, у меня все рассчитано, Серега. Все рассчитано у меня. Олег, мы тебя ждем. Давай, хорошо, я почти... А котер как сюда залез? Я почти прошел, почти проехал. Так, и где я? О, спасибо, ребят. Спасибо. Давай. Блин, это реально как этот автомат вот этот игровой. Олег спустился. Да я сейчас... О, пацаны. Подожди, я пока ничего не вижу. Сейчас. Самолет. Где, что, кого смотреть? Вот видишь, где чекпоинт? Да сейчас я перевернусь, да он... Не валяшка это. Вот, все. Поехали. Не спускаясь с этой платформы, подъедь к Рефиору, за него подъедь. Вот, ты, посмотри. Подойди меня. Это что такое у вас? Да видишь, меня приобняли, Олег. Вижу. А можно к вам туда, ребят? Да, давай. Понял? Понял, но к вам не получилось доехать немножко, но до чекпоинта добраться надо. Да. Так, все, поехали. Опа, и финишируем сразу. Ну что, друзья, вот такой вот спуск у нас сегодня получился. Я надеюсь, он вам понравился. Вы, как всегда, поставили лайк, подписались на следующий канал. С вами сегодня были, как всегда, Олег Кофе, Кирилл Шаварпач, Серега Болотов. Всем ссылочки находятся в описании под этим роликом. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Всем пока.